слышал? Дымотик, дымотик, дай. Стрельба нон-стоп. Огонь? Блин! Стерео! Офигеть! Дважды отец Дмитрий, какие у тебя сейчас ощущения? По-моему, какой-то нон-стоп стрельба пошла. У меня вообще большая радость. Я очень рад, что такое количество маньяков собралось в одном месте. И у них у всех глаза горят такие сумасшедшие. И они носятся. Видишь, смотри, уважаемый стрелок Прохор сейчас кого-то убьет. Вот такое у него не, выражение. Ну ты подожди. Ну, убьет бутылку пустую. А, ну бутылку-то ладно. Чем он стреляет? Картечью, чем же? А. Попал? Всех убил? Смотрим на Дмитрия. Подожди, куражься. Я хотел заснять твое выражение лица, а ты заметил? На мишени, видишь? Улыбка. Дырка. Блин, все в центре. Это жеребий. Шикарно вообще все. Просто цилиндр, видишь, как летает. Шикарно, нормально. Вообще отлично. Хочешь попробовать? Да, мне надо поснимать, я сейчас хочу еще поснимать это. Смотри, кончится. Кто? А ты стреляешь? Давай я посниму, дай мне пульнуть пару раз. Игорь, сейчас будем снимать. Как снимай. Нарезных особенно, да? Да. Как это? Запрещенное вязание. Подготовка тротиловых шашек, Дима, да, тоже некоторых хобби. Ой, бомбу забыл принести, хотел бомбу взорвать. Ты забыл бомбу? Да. Тросилу шашку кидаешь, дай! Чего еще? Как бы еще спалиться-то, про что бы рассказать? Да ладно. Так, ну что там, люди еще не ушли? Так подожди, говорят, пули какие-то есть с ураном на конечках. Я видел тебя, это твои что ли? Это от вампиров, это от вампиров. Так это не, это чисто, это в иракской армии у нас. Нет, с ураном скучно, калифорниевые интереснее, самые атомные. Во-во, я про них и говорил. У тебя такие есть? А, спалился, есть у него, есть. Как откуда? А смех почему такой? Да, конечно, снаряжаю лопатой Калифорнии там гружу. Смех-то почему такой нервный, а? Смех-то нервный, значит, есть атомные патроны. Что это за заколочка тут нам надо? Ножик это? Это не заколочка, это нож. Это нож, спайдерка полис. Так, спайдерка полис, все понятно. Так, что такое снять-то еще? Я вот сейчас тоже хочу это. О, можно мне тоже? Я понял, как я целился и видел, куда она попала. Батарейка садится просто. Можно мне пульнуть? Сейчас, Игорь, подожди. Ну, один разочек. У тебя батарейка садится уже минут 20 было. Да, она вот садится как раз вот на самый неподходящий момент. Батарейка садится. Это хороший повод, чтобы первым пострелять. Ну что, можно, а? Можно? Ну, я пожалуйста. Сейчас один раз. Я стрелю, вот, и вы стреляйте. Ну, я тебя тоже сниму там. Блин. И попробуй мне не улыбнуться после выстрела. Давай. Так, улыбка. Понял. Вот, а пожалел мне выстрел дать. Сейчас дальше прошло. Сейчас дальше прошло выше. Не понял, выше? Выше, сейчас выше прошло. Сейчас взял по-другому, мне, видишь, мне, первый раз стрелял. Ну мимо, хорошо. Вот. Давайте, я один разочек пульну. Если попасть, когда будет видно, конечно, просто улетит. Там такой шар улетает. Подождите, а очки-то разве не дают? Очки сгорели, когда стреляли до тебя. Подожди. Оплавились. Очки сгорели. Оплавились, пока, блин, на щеки люди. У нас же 3 человека ушло. Очки стали плавиться, капать на щеки, пошли заживлять. Понял.
Очки расплавились. Игорь, не по хардкору очки. Ну ладно, я что-нибудь придумаю. Закрой глаза, например. Ну и что, стрелять с закрытыми глазами? Конечно, а как же? Это неинтересно. Ну, естественно. Да. А, держи. Снимешь меня? Хорошо, сниму. Он снимает? Ну, снимает, он сейчас снимает, да. И... Так. Он взведен уже полностью? Нет, да, до взвод. До взвод. Да. До взвод. Я попал. Попал? Почти. Попал? Почти. Круто. Вообще супер. Вот это да, вот это круто. Это незабываемая штука, конечно. На фоне вот остальных ружей прекрасных, замечательных, это просто выделяется своей вот, ну, совсем неповторимостью. Кремниевый замок, реально, да? Мои саги, кстати, я пострелял, мне тоже понравилось. И Стосика понравилось. Спасибо стрелку Прохе, что дал мне мушкет пульнуть. Смеется. Потом в снегу забирать. Промахиваться зачем? Нет. Ну, смотри, тарелок у нас мало, патронов так много. Если мы будем все время попадать по тарелкам, так, то они быстро закончатся. Всего 18 штук. Тогда я буду стрелять, я все время промахиваюсь. Будем добивать из винтовок. Чего? Они будем их в снегу добивать из винтовок, упавшие. Не, мы с твоего 223-го причем будем стрелять. Причем с винтовок прикладами. Надо штыком добивать-то. Это да, это штыка да. Не хватает, согласен. Штык нужен. А покажи свой ножик, который у тебя на боку. Какой? Ну, как он называется, я опять забыл. Вот. Кстати говоря, интересовались, какой нож? Да, я уже показывал. А, уже показывал? Вот, Валькирия та самая. Валькирия. Бёкер. В общем-то, приличный ножичек, красивый. Да, ножичек, чего нет. Ножичек, да. На охоту пойдет. Правда, нет, как уже говорил, на охоту он, скорее всего, не пойдет, потому что он для охотничьего неудобно. Угу. Спасибо, Александр, за показ шикарного ножа. Да не за что. Ух! Хорошо. Ваши ощущения? Отлично, руки-то... Точно. Я ж попал, ты чего сделал-то? Да, как ты меня не снял? Так ты каждый раз попадаешь, ведь забыл? Не, ну как же так, я же так попал, он разлетел. Так ты каждый раз попадаешь, забыл? Ну я-то да. Ну и что тебе? Ну да. Слушайте, а давайте втроем, да, подожди. Я правую буду брать, давай. О! Вот это мы сильный! Я ее на два куска. Да, блин. А потому что твои патроны. Я их заряжал специально. Ну да. Вот это две тарелки. Вот это. Двадцатка. То 106. Давай. Правую беру. О, подстраховал. Бородатый рулер. Дозик просто весь вообще. Снимай, Абдули, у меня рука одна уже отвисла. Классная штука. Ага. Покрупнее меня. Покрупнее? Давай, правую беру. Пойду за патронами. Чуть ниже брать, да? Ниже. Еще ниже? О, почти накрыл. Вот, сдвинул. Все, кончилось. Было. Последним попал. Я крутой пацанчик. Патроны закончились. Вот это гильзы. Бери планом. А это мы сейчас будем собирать. Сколько их тут есть. Сколько тут есть. Офигеть. Вон, это все гильзы. Десятки, сотни гильз. Они здесь везде и повсюду. Сейчас мы будем убирать эти гильзы граблями. Наверное. А это машинка, которая плюется тарелками.
Александр, вы не сильно замерзли сегодня? Ну, немножко замерз. А ботиночки-то у вас на тонкой подошве. Зато со скрипом. Зато со скрипом, с понтами. Так. Что это такое? Дима, это не просто так. Это многоуважаемый стрелок Кроха сделал супер ключ для натягивания пружин. А слушай, если стрелок Кроха откроет свой канал на Ютубе, сразу минимум 3000 подписчиков придут. Все это работает вот так. Больше. Оп. И мы подтягиваем пружину, как нам все надо. Круче, потому что... Да, ослабляем, мы ее ослабим. Ага. Чтобы она не проседала. Слушай, удобно, да? А кто сделал? Потому какой что... стрелок? Какой Проха? Да, какой-то Проха нам сделал. Потому что сам барашек, пружину натянуто сильно, пальцами крутить невозможно. Очень больно пальцами. Вот, друзья, еще лаком покрыл. А лаком тоже он покрывал, стрелок? Не, лаком мушкетеры покрывали. Ему там плохо. Что, еще ослабить? Нет? Или? Давай максимально ослабляем, чтобы пружинка не уставала у нас, давай. Пока будет храниться. Следующий по стрелушке, когда у нас начнется следующий сезон. Вот, следующий сезон. Поэтому пусть она без натяжения будет. Ну, нормально. Достаточно, да. Это же как бы удобно, потому что усилий не прилагаю, у меня пальцы, по крайней мере, не болят. Да. Да, да, именно так. Мы все убрали, здесь чисто. Ни одной гильзочки мы не оставили, все за нами, все хорошо. Стрельбы прошли великолепно, народу было много, было весело. Дважды отцу Дмитрию спасибо отдельно. Дмитрий, скажи свои впечатления. Все-таки стрельбы закончены. Что скажешь? Мне очень нравятся те люди, с которыми мы так замечательно проводим время на стрельбище за настоящим мужским хобби – стрельбой. Мне очень было приятно со всеми встретиться, опять всех увидеть нашего замечательного миллион Абдулу, Александра Крысу, он за спиной стоит, ему тоже привет. Мы еще обязательно встретимся. Всем пока-пока! Выключай, я уже устал, умное лицо. Я сделал такое умное лицо. Подожди. Такое, знаешь, мы еще встретимся. И он раз и выключил. Ага, сейчас, а ты что, ручкой и скажи, подписывайтесь на канал Миллион Абдулла. Подписывайтесь на канал Два Жатец Дмитрий. И канал Миллион Абдулла. И канал Крыса. И канал Миллион Абдулла. И канал Два Жатец Дмитрий. И канал Миллион Абдулла. И канал Крыса. И канал Миллион Абдулла. А я чаще сказал.